Леонід Дмитренко, ЗТК. Ну що ж, кілька матчів вже пройшло. Хто був найскладнішим суперником для ЗТК? Сьогоднішня команда була хорошая, боевая такая. Реально было тяжело. Так со всеми. На самом деле было со всеми интересно. Кого-то выделить не могу. У нас одно поражение. Мы проиграли, наверное, команда чуть-чуть посильнее раз проиграли. А так, Як плануєте закінчити? В якому місці? Який тут? Призові обов'язки? Да, играем на победу, а там как бы не получится. Если у нас горы будут, то мы будем бороться за первое место, это 100%. А пока со сборами у нас ни шага не будет. Сегодня собрались почти все. От этого и результат, естественно, на другой год. Будем стараться. Если будем собираться, то будем бороться на самом деле. О, секс команды, как ты думаешь? Чи всі гравці важкі? У нас все без исключения игроки, это важно. У нас команда своеобразная по составу, по возрасту, поэтому у нас каждое звено в нашей команде – это важный элемент и вообще для будущих побед. Когда все будут собираться, будут у нас. Дякую, вітаю з перемогою.